Екатерина Лельникова живет в деревне Исаково. Контейнерная площадка здесь требовала модернизации. Пришли в негодность старые накопительные баки. Екатерина вместе с соседями обратилась с данным вопросом к специалистам в Луневское территориальное управление. И спустя короткое время вместо старой площадки была обустроена новая. Примерно в течение 2-3 недель заасфальтировано. Под каждый бак устроено, все листами огородили. У нас много домов, плюсом еще у нас СНТ скидывает к нам мусор. В ближайшее время новую контейнерную площадку обещают расширить и модернизировать. Кроме того, здесь повесят камеры видеонаблюдения. Построена новая контейнерная площадка в деревне Исаково в рамках муниципальной программы городского округа Химки. Будет усовершенствована данная площадка, будут добавлены баки и добавлены контейнеры 8-кубовый. Решить житейские вопросы проще всего в рамках выездной администрации. Для того, чтобы попасть к профильным специалистам, не нужно выезжать за пределы своего района. На этой неделе такую встречу провели в Сходне. Свои обращения оставили 69 химчан. Приходили по очень неотложному для нас вопросу. Разъяснили нам, как нужно обратиться, что нужно написать. Мы что хотели, то узнали, так скажу. И очень благодарны, потому что очень доступно, и не то, что доступно, просто спасибо, очень вежливые люди. Такие встречи проходят еженедельно по четвергам. Прием длится 4 часа. За это время многие жители успевают обратиться к нескольким специалистам. Естественно, есть вопросы различные, есть которые можно решить на месте, да, определенно. Разъяснительная какая-то, да, требуется информация. Все фиксируется, все обращения заводятся в карточки личного приема, устанавливаются сроки, ответственные люди, лица, исполнители, и вопросы постепенно решаются. Надежда Москалева живет в Сходне на улице Микояна. Ее квартира находится на первом этаже. Из-за подтопления подвала в доме ощущаются сырость и неприятный запах. За решением вопроса Надежда обратилась к сотрудникам управляющей компании. Управляющая компания приняла эту заявку, значит, на рассмотрение. Сказали, что, в общем-то, приедут к нам, рассмотрят все этот вопрос и будут принимать меры. Нам сейчас посоветовали собрать собрание, чтобы нас как бы перенесли на более ранний срок, значит, капитального ремонта. Вопрос Натальи Никульшиной затронул организацию дорожного движения. Она попросила сделать безопасный пешеходный переход с улицы Маяковская на улицу Прудная. Депутат Руслан Шаипов зафиксировал обращение. Формат выездной администрации хорош тем, что можно сразу определить, к компетенции какого ведомства относится вопрос. И, соответственно, сразу жителя я адресовал компетентному должностному лицу. Посоветовали ждать комиссии по безопасности движения. Не всегда можно попасть в течение дня к разным организациям. И надо ехать куда-то. Они по разным адресам. Очень удобно, что такая выездная комиссия. То есть ты приходишь, регистрируешься, тебя записывают, ждешь ответа. Всего с начала года в городском округе провели уже 40 выездных администраций. Профильные ведомства зафиксировали и приняли в работу более 2000 обращений. Ближайшая встреча состоится 26 сентября в Новых Химках в школе Лига Первых на улице Горшина. Юлиана Мазырина, Андрей Панченко, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.